Джузеппе Джанни то приехал в Венесуэлу из Италии ребенком. Сегодня он ректор одного из крупнейших университетов страны. Он считает, что далекая родина может помочь ему и другим венесуэльцам, признав Хуана Гуайдо. Италия повернулась спиной к сотням тысяч итальянцев и потомков итальянцев, которые в Венесуэле сталкиваются с кошмарной ситуацией. Это просто позор. Эйсебио Фернандеш приехал из Португалии в 19-летнем возрасте. У него сыроварня, которая работает лишь на 10% мощности из-за тяжелой экономической ситуации. Главная проблема здесь – это лекарства и все, что связано с лечением, потому что найти здесь почти ничего невозможно. А то немногое, что есть, стоит запредельно дорого. У меня рак, и медикаменты я получаю из-за границы, потому что тут ничего подобного и в помине нет. Тем не менее, многие хотят остаться. Например, Лиана, студентка из Испании, которая учится на стоматолога. Здесь меня держит, среди прочего, карьера. Но прежде всего я люблю страну, считаю ее своей и очень надеюсь на перемены. Сотни тысяч европейцев мигрировали в Венесуэлу в 30-40-х годах во времена нефтяной лихорадки. А большинство из тех, кто приезжает сегодня, работают в учреждениях НПО и предпочитают держать свое мнение при себе.